джинсу покажем тоже, ребят, да. Девочкам моим. Джинса. Со стрейчем. Со стрейч? 300 рублей. 300 оп? Да. Розница? 350 рублей. 350 рублей. Несмотря на ширину плотность, все они по одной цене. 300 рублей оптом, 350 рублей в розницу. Ага. Можно погромче, потому что они мне потом говорят, что не слышно, хорошо, что говорят. Ага. Еще смотрите, есть трикотаж джерси, 250 рублей. Оптом 230 рублей. Ага. Расцветок где-то 15, порядка 15 расцветок. Вискоза есть трикотажная, вот черная, белая, вот сухая роза. Сколько? 200 рублей, 180 рублей оптом. Угу. Так. А давайте еще, что у вас тут? Ой. Крепсатень. Угу. Крепсатень, то же самое, несколько расцветок. По 100 рублей и в рознице, и оптом. И опт, и розница 100 рублей. Да. А вот это что за ткань блестящая? Это вот для вставки используют трикотажный люрик. Сколько стоит? 250 рублей, погонный метр. Оптом 230. Угу. Габардин есть. Сколько? 100 рублей и в рознице, и оптом. Угу. Так, еще что? Двух ниточка есть разные. Покажите варианты. Нам. Основы хлопок. Смотрите. Как называется? Двухнитка. Двухнитка. Футер сколько? Двухнитка. На основе хлопок 250 рублей. 250 оп? Да. Розница? 300 рублей. 300 рублей. Расцветок где-то в порядке 50. 50 расцветок. Все расцветок есть. Ага. А вот это что за ткань? Это сорочечная тесей. Сколько? 150 в рознице. А, нет, 150 оптом, 200 рублей в рознице. Угу. Это тоже вот несколько вариантов есть. Вот ментоловый есть, бежевый есть, розовый есть. Разные цвета, зеленый, да? Да, разные цвета. Угу. Так, что у нас еще покажите нам? Хлопок есть, твил. Где он? Покажите. Вот, вот. Ага. Вот смотрите, он сколько? Хлопок со стрейчем 250 рублей. Это и оптовый, и розовый. И розница, да? Вот вариантов тоже где-то 15. 15 вариантов? Да, вот они еще. Угу. Вот этот. Угу. Еще плашовочки есть по 100 рублей. А где плашовки? Вот все это однотонные плашовки. Вот а, вот, ага. А камуфляжные есть 150 рублей. Стропитка они. 150 какая цена? 150 рублей это розничная цена. 130 оптовая цена. Угу. Так, что еще нам покажете? Джинсы на основе флиса есть. Давайте. Сознанка флиса, вот смотрите. Как называется? Джинс со знанкой флиса. Ага, сколько? Вот. Это 350 рублей розничная цена, 300 рублей оптовая цена. Угу. Вот вариантов тоже несколько. Вот на сиреневом есть, на темно-синем, на голубом, а, вот, ага. На черном фоне есть. Тоже так, вариантов много. А вот это за масло, что-то? Вот смотрите. Ага. Масло трикотажное. В основном ткани на одежду, да? 200 рублей. Ага. 200 рублей, 150 рублей оптовая цена. Ага. Вот то же самое. Тоже расцветки разные, да? Ну да, конечно, где-то 10 расцветок. 10 расцветок? Да. Так. Вот этот, вот оно еще. Вот желтенькое есть, серенькое есть. Разные. Бежевое, васильковое. Коричневое есть. Угу. Вот оно. Угу. Вот так вот. Так. Что еще есть? А вот это что за ткань, Калюха? Это хлопок. Хлопок. Для вот подкладки используют. Для... Сколько? 100 рублей. И опты разница? И опты и розницу 100 рублей. Это 100% хлопок. Есть вот такая розовая. Спасибо. Еще. Для рубашки есть вот метровая тоже. Это что? Ну, то же самое хлопок. Расцветки тоже разные, да? Да. Угу. Вот она еще, батиста. Сколько? 100 рублей. 100 рублей и опт и розница? Да. Угу. Так, что еще нам покажете? Вот для костюмной, вот для, костюм. Для школьной формы. Для школьной, сколько? Да. 250 рублей. А, оптовая цена 220 рублей. 220. Да. Угу. Темно-синяя как раз вот для школы. А черная есть? Черная, да. Тоже есть, да? Да. Угу. Черная. Вот тоже ага. Со стрейчем хорошая. Вот черная хорошая костюмка есть. Сколько? На основе шерсти он 300 рублей. 250 рублей оптовая цена. Угу. Вот шанель, посмотрите, 2-3 варианта есть. Сколько? 350 рублей розничная цена. 400 рублей. А, 400 рублей розничная цена, 350 оптовая. Угу. Вот такая есть. Вот смотрите. Угу. То же самое цена. 350 опт. 400 рублей. Так. Ну что, дорогие мои девочки,
Я тут сняла, вам показала, какие ткани. Также здесь можно и мех, да, у вас, смотрю, искусственный. Сколько? 600 рублей. А вот это что за ткань? Это вот кашкарсе для манжета используют его. Сколько цена? 200 рублей, оптовая и розничная цена. Вот все варианты есть. Разные расцветочки. Да, где-то порядка 50 вариантов. Ну что, дорогие мои девочки, PP5-05. Если кого заинтересовал этот товар, еще раз показываю вам визиточку. Обращайтесь. А мы идем дальше. Дорогие мои огородники, также на рынке садовод можно купить цветы разные. А сколько стоит у вас цветы? Это в рознице, да? А оптом не торгуете? А опт сколько? 170 рублей. А вот очень многие у меня спрашивают сейчас петуни. Сколько вот опт у вас? Ой, вот петуни. Спрашивали, кто у меня из девочек? Сколько опта? 1000 рублей штучка оптом. Девочки. Разные цветы. Ой, какая красота. Сейчас возьму визиточку. Угу. А эти сколько? 200 рублей, оптовая 160. Оптовая 160, смотри, так 200, короче, рублей. Цветы. А эти звонят 30 на розовых. Сейчас. Да, нам пускай берет по 2. Разговаривать по телефону. 200 рублей. Угу. А эти, но сколько? Не розовые, а те эти. 350, девочки. Розница, да? Да. А можно визиточку? Можно. Сейчас я возьму визиточку, девочки. Кто заинтересовался, да, пожалуйста. Вот. Выбирайте, как им нравится. Нет, еще слушаем, потому что я ему говорю. Очень много цветов, но человек занят. Там звонят поставщики. Вообще вот. SC-10B. Заходите. Также рядом можно и удобрения купить. Я извиняюсь за свой голос, но мне хочется снять модельки, потому что очень дешево в этом павильоне. И выбор довольно такой неплохой по доступным ценам. На линию СТ-7 павильон 152. Получили платье. Шифон, да? Размеры разных, расцветки разные. По сколько цена? Все по 350. По 350 рублей рубашки. 350? 350 рублей, девочки. Смотрите, молодежка. Шифоновые платья. Рубашки пришли. Рубашки сколько? 350. Футболочки по 150. А боди сколько? 350. Футболки 250. 250. Вот такое тоже платьишко. Еще даже не успели отпарить. Ребята, отпаривать. Цена сколько? 550. Легкая. Давайте перейдем на баталы. Женщины. Пышечки, смотрите. ХБ. Чистое ХБ, не бойтесь. ХБ. Расцветки разные. Так, расцветки разные. Ой-ой-ой, извиняюсь. Успела поймать. Смотрите, девочки, они идут. Здесь одна тоночка, а здесь нарядная спинка. А эти сколько? 350. Джинсовые куртки у них пришли. И большие размеры. Получается до 54 размера. Цена? 650. Молодежки очень много. 650 рублей, девчонки. 650. Расцветки разные. Вот платье тоже. Это тоже сколько? 350. Блузки. А рубашечки эти сколько? Рубашки 450. 450 рубашки. Посмотрите. ХБ. Качество хорошее, девчонки. Чистое ХБ. С кошечками. Вот это сколько? 350. 350 короткие, 450 длинные. Я извиняюсь за голос. Вот, еще не успели отпарить. Только вытаскивать с упаковках. Я попросила, чтобы вам показать. Расцветки разные. Сколько?
650 рублей. И красные. 650. 650. Платье также вот сейчас ребята вытащили тоже. На Мартынова. Платье. Сколько? 350 рублей. Также гипюровые. Платье по 350 рублей. Вот у них пришел товар, девчонки, смотрите. Джинсовок много разных. Обязательно зайдите на линию СТ7-152. Также хочу показать вот этот костюм. ХБ. Сколько такой? 350 рублей. Обязательно зайдите на линию СТ7, павильон 152. А мы идем дальше. Так что вот, ребят, стильная женская одежда, линия СТ7-152. Говорите, что от канала Тамары Шик.